вести. Дайте столик. Потому что я, блядь, воющий, мне крутил еще дамаг, блядь, обидно, нахуй. Чего говоришь? Да, блядь, я боялся агро сорвать, блядь, я хотел еще воющим, блядь, дамаг покрутить. А сейчас можно крутить, ёпт. Ну, сейчас да, можно его забурстить, ёбнуть. На этом боссе можно бурстануть сейчас, блядь. Я, ты из орки, там, дедбит сейчас бурстанем. Ну, сейчас Альмери сюда. Альмери еще, да, да, тут вообще... Сейчас бурстану бы, охереть. Годлик бурстанет. Сейчас, мне кажется, руки отпадут у него, да, зорки? Не, сейчас, кажется, 3 секунды боя, и агро срывается, и, блядь, полрейд допадает. И молимся на нужную шмотку нам, ради чего мы сюда пришли все. Бро, дай пояс. Осколок для порошочка? Так, а что-то у меня не тыкается. А это не у... сервер не упал? Да, сука. Да, добрый день, блядь, помянем. Ну и пояс откатил у Гроши, делай, что делать. Я скриншот сделал, не переживай. Ну, блядь, не так обидно, нахуй, получается. Поясом откатят. Нет, Абула, я скриншот сделал, не переживай, мне вернут. Сука, блин. Я с этим 220 костым, блядь, бегаю с хуй пойми каких времен, блядь. Абула, мы тоже бегаем с 226 поясами, не переживай. Меня этот пояс, блядь, обнимает дольше, чем Гудли губами, блядь, писюн, нахуй, понимаешь? Дурак, блядь, ты в рекаунт посмотри, дурачок, блядь, 225 фрост ДК, блядь, 10к почти ДПС, блядь. Стритарник, да? Что это за порнуха, что там, блядь, устроили на Дискорде? Ребята, это самый интимный момент, обсуждайте, пожалуйста, чтобы я не слышал. Вот, гейские замашки ваши эти. Понял, Гудлик? Я к тебе вообще-то обращаюсь, было. У него сейчас такой жених, так что... Ты что, дурак, что ли? Просто впадло мутать, блин, до конца, а потом размутывать, это лишнее действие не хочется. Мне похуй, я Иллидан. У Иллидана глаза более завязаны, а не рот, так что не путай. У Гудлика тоже глаза завязаны. Глаза, он по вкусу определяет. Так говорил, у Лидана были глаза завязаны, а у этого рот надо завязывать, блин. На картошку ему забить туда, да и все, блядь. Потата мут. Не получится, он ее сожрет. Целиком проглотит. Я не почувствую, провалится. И целое выйдет с удобрением сразу в огород, блядь. Гудлик, парировать будешь? Да. Ирус, блядь, воскресни, брат. Икс-2 тоже держит? Ну, подключение вообще не проходит. Икс-2 сильный. Там что с усилками на мультивитере? Усилки можно на монетке менять. Блин, надо зайти поменять. У меня там, наверное, 100 с лишним усилков в банке валяется. В смысле поменять? Ну, у кого там уже, типа, перекап усилков, перекап их можно... Перекап усилков, да. Две монетки, ой, два усилка на одну монетку. Два усилка на одну монетку, представляешь? А у меня там вообще валяется, блядь, 100 с лишним усилков, блядь. Сейчас выходит 7 берберю. Да, до конца можно добавить. 8 есть, 7 выпадет, но, представляешь, 15 будет. Можно будет идти ПВПшиться. Ты что ПВПшишь на X4? Ну, там иногда можно будет заходить. Я же захожу иногда там в ганговый остров.
Ты что, делать нечего? Ну, иногда, да, делать нечего. Ты что, подписан на Супервар? Нет. Который что ради, блядь, тусуется, блядь. Орк. Я сейчас вот варм тусуюсь обычно в Штормграде. Аккуратно ты там тут. Сервер там сервер уже. Если увидишь дивалечку 300 этом левел, убегай сразу. Я знаю дивалечку. 300 этом левел у него. Если увидишь Абдулая, значит, убегай сразу. Если увидишь Абдулая, умирай сразу, да? Да. Блядь, тут? Прикинь, Николай закрыл, блядь, это самое, как его, ТК-шку. Нет, ТК, на фул. Да ладно, правда, что ли? Угу. Алина, ты тут? Да как такой URL может закрыть, такое, я вообще не понимаю. Алины нет. Так, сегодня закрыл. Список персонажей. Вчера. Саня, что из PQR это и ВК закрывает? 25. Ага. Первого босса. Из PQR первого босса? Первого босса из первых трех. ГГВП я... А, первого босса из первых трех. Ну, я с ним пофиг, что закрывает. Не, я просто смотрю, дедбоди скинул, то, что они в наборе. Вроде будет. 25. Калют сила, аркада могила. Там, может, десятка. Да, не пофиг, что кто закрывает. Какой-то там барака закрывает. Бро, поезд откатил? Собрание мертвое. Нет, на месте. Поезд на месте. Ну, нормально. Да я скажу. Давай я у тебя куплю поезд этот. Блять, ну ого. Как к этому Саня отнесется, ты представляешь? Не, давай купишь, это только я в ГБ закину. Так почему ты спорол? В смысле? Вот это самое. Влад, забери себе. Не, я себе заберу, конечно, он мне нужен, да. Я себе запах поменяю агильно, и все, и пояс этот вставляю сразу. А что, Калагарн сдох, что ли? А нет. Бля, а фризит еще, да? Что-то смотрю, портал долго открывается. Калагарн не влазит. Зорки. А, думаю, что скинуть. 2500 пинг. Смотри, какая раса у меня красивая. Ну, всегда. Видел, как я... А что она дает? Ничего. У меня первые... Пожимка на 20 крита процент. Годлик. Это на фаер мага получается? Ставьте шкафчик, пожалуйста. А сколько КД? Минута? Да. Мало. Упулы, что с тобой? Ребля, как я выгляжу, нахуй. Ты пиздец, как мне. Убийца, нахуй. Просто шмель зеленый, нахуй. Жаль, как бабочка, блядь, порхаю, как пчела, нахуй. Не, тебе бошку надо убирать, потому что ты, блядь, как... Этот, нахуй. Да и чё, и там, блядь, ушастый хуеплёт будет, смотри, блядь. Здрасте. Привет, блядь. У тебя прическа плохая. У тебя, бля, прическа плохая, нахуй. А че на пол? Чё-то не хватает, не про всё хватает. Була. Рыбы не хватает, нахуй. А чё на вас всех метки, блин? Чё? Дефюри готов? У меня пинг 3500. Это, ну вы... Раздайте, да, вот. Каску дали, кулак дайте. Стал бахать быстрее. Ну, то я сейчас барабан ляпнул и крикнул на презентак. Бля, чё барабаны на кулак не придумали, да? Не, нормально, варовский пикап есть. А сейчас на пол. Корона минус. Помпей. Попок. Помпея. Пупок. Ой, сейчас Альмерия ворвется. Или Зорки.
40 тысяч и умирает. Не, я в расте. Пизду не хочу больше умирать. Все, поехали. Заходим, заходим, заходим. Ой, уже ладно, а еще так, жестко как-то так. Нормались, товарищ? Руки готовы. Ну все, кто дамажит, все умирают. Потому что там еще по КД, блин. Ну за 40 тысяч ДПС, прикол. С цели идет. Руки сыграли. Стакнулись все, стоп ДПС, стакнулись все в кучку и сдохли. Никто не врывается. ДПС. Зачем? Ну потому что смотри, сколько у нас человек умерло. Просто дохнемся. Була скриншот взял? Да какой нахуй скриншот, блядь, сейчас будем пулять, блядь, без руни. Так давай, говорю, давай рогой зайду, буду на пухать давать. Хоть что-то, да. Не надо. Блядь, сейчас будет так на каждом осе. Нет, не на каждом осе. На предыдущем осе не было. Ну да, это было на каждом. Вниз прыгайте, тогда не придется это, ремонт делать. А. Суза репорт, 40 тысяч ДПС, бан. Смысл? Где не вижу? 44 у него было. Сейчас обзил. Сейчас вижу 15, блядь. Кто нас первый срывал? Я его в руку, наверное, взял. Какой маг? 7240. Альмерия первая. Альмерия первая, второй. Второй зорки. Альмерия там взялку, сейчас нормально будет, все. Не переживайтесь. Я думал, ты ГП, да? За что я говорю? За что я типа бы сорвала игру. Так, товарищ, тихо. А кто колечко занидал? Ну-ка мне скажите, пожалуйста. А, у меня, сорян. У меня кольцо. Как друзей теряют. Зорки, давай на рогу что-то. А тут пушки падают наручные, да? С сокетом. Где, блин? Так. О, тут триня крутая. О, блядь. На это самое, шестеро. Чё, тебе уступить, что? Да, триня вообще жесткая, блядь. Давай уступлю. Сань, уступлю ему? Кого? Ему триня нужна, вот этот камень. Ну, так он в рейде. А, Дула, ты здесь, что? Я здесь что не видишь, блядь, 9500 на собрании. Это не Абула, по-моему. Гудлик что говорил. Абдула, ё. Пошёл нахер, ты дракона не дал, хер тебе, не триника, понял? Так я могу еще дать, мне еще минут 15 висит. Всё, отстань. За 5 кг. Я думал, ты на вара хочешь зайти, триню забрать. Не давайте Гудлику ничего. Зачем давать? Еда, оптикс, кушайте, все, давайте не ходите, быстрее начнем. Не, наварить ПВП 3. Короче, предлагаю ставить в капельку. А че? Так, все готово. Добавим пул. Топ ульнул, блядь. Вот кто пульнул первый, я сейчас посмотрю, чьи вар было. Я отдаю ГП. Врывайтесь. Герб, да? Лучик аккуратно. А был ты первый пульнул, да? Нет, я первый пульнул. Я ЛП потом кинул, а он на меня кроксил. А кто первый ЛП-шку кинул? Куда ЛП-шку кинул первый? По-моему, не было там ЛП-шки. Блять, убейте руку, а? Руку убейте быстрее, руку. Чё делает? Нет, рано, ладно, понял. По полрейда стоит, бьёт, делает. Та самая, в Адефилии, подними его бро, Гуша, подними дубича. Как вы поднимите? А мы внизу валяемся, он, наверное, не подымет. Ну ладно, держите. Руку сыграли? Руку, всё. Все в тело. Сейчас бы отключаем, наверное, Сузу, да?
Как ты хочешь посмотреть, кто первый ударил? Сейчас гляну. ДТЛ все показывает. ДТЛ все показывает, да. Кайф, давайте. Это был не я, но... И кто в руку бил, кто не бил, сразу показывает. Так, давайте свечнем здесь во вторую руку. Твою машину. Вторую руку свечнем себе быстрее. И добивайте сразу после потом. Поднимите, Паш. Вов, бро, глянь, кто первый пульнул. Не лутаю. О, Була тебя обогнал. Опа, на, блин. Блин, не упал, то что нужно. Пиздец. Опять мы без ВК сегодня. Ой, на следующем КД. Ну, хотя попробую камнями что-нибудь придумать, подмучу. Может, подоначу что-нибудь. Десять типашек. Если вы внизу лежите, то в бро напиши мне в ПМ, кто, ну, пока я буду чистить. Подальше. Мне показывает, что лос. Ну, я там видел, что ЛПшка полетела. Замену три не украл. Или спать можно идти. Три не нас украл. Не знаю. Ладно, а что ты говоришь, Никита? На замену можно сесть или спать могу идти? А ты во сколько пришел? 8:30 на десятку. А что ты 8:30 приходишь? Потому что сегодня десятка ИВК была. Ой, да ладно, как бы мне все понятно. Нет, так нет. Там есть замена, да? Во втором оба сыграйте в фулк. А, фантам. Все, тогда пойду спать. Украл триди, блядь, не знаю. Посмотри по этому самому, по журналу. Кошатница идем. Давайте кошатницу завалим сейчас. Все обратно спрятались. С кошатницей что там падает, интересно, не помню. Бафы поднимите. Что с кошатницей падает, интересно, что грамма. Какие дня там падают? Нет, там курдак какой-то падает на танк, надо глянуть сейчас быстрому. А, хороший курдак, кстати, нужен. Сразу двое статов нужных. Лучше, чем Т4. Ой, Т8. Так, спрятались, я запускаю босс. Поманите. ДК бомжей. Мобов сыграли быстрее. Так, Агуша, поднимешь потом этого бро. Вы умрете. Давай, Берш. Там все эти мелкие убили, как его, кошки не прыгают, тебя. Нормально все, ничего, не твой косяк. Берегитесь. Сейчас моб появится аккуратно. Моба сыграйте быстрее. Выходим, служи, выходим. Стакнулись сюда под лицо. Под лицо стакнулись.
кошку сейчас играем. Дайте станы. В кошку добить. Лучше служа, выходим, выходим, выходим. Сразу под лицо стахнулись. И добиваем. Ну что, упадет нам сегодня? Нужна шмоточка или нет? Для ИВКшки, давай, пожалуйста. Отлично! Просто замечательно, просто кайф. Люблю эту колбасу. В груди отказывайтесь, если вы можете. А, ну и голову отказываемся, боешка. Ну и от сферы отказывается. Все, в принципе, да, от сферки отказывается. В принципе, можно убить нуба завтра. Нормально. Мне кажется, да, уже можно. Все, да, капа есть. Пошли на Хадира. Блин, может мы отвалимся, Сань? От тебя 4 человека у нас здесь. И в ВК сходим. Сейчас? Ну да, приоденем тоже. Так я же ходил в ВК. Я имею в виду мы с Донтом. Десятка. Его десятка. Я, Зорки, Войд, получается, и Порошочек. Порошочек, смотри, мы можем закончить РТ прямо сейчас. Если Порошочек захочет, мы еще и ведем, мы сейчас осколок добивать. Я не знаю, делайте, что хотите. Делай, решай ты сейчас. Мне уже абсолютно похуй на этот ванир. У меня 9 осколков надо водить. Порошочек, да, ты решай, потому что, да. Потому что я Донту сейчас напишусь. Вы хотите в ВВК? Можем пойти в ВВК, мне, блядь, без разницы. А что, тебе что-то не упало? Просто чтобы потом не собирали эту ульду ради Вованира. И все. Если вы говорите то, что нужно для рейда, то он повысит вообще, блядь, выживаемость. Мне, в принципе, ну, сейчас мы тебе Вованир не соберем. Ближайшие, блядь, сколько месяцев, скажи мне. Мы и до этого сколько не ходили. А в ВВК мы можем, блядь, плащ 50 на 50 залутать, правильно? Ну так что, решайся. Сейчас я думаю. Я вот, напиши Донту, если как он скажет. Давай, Хадира, Хадира убьем и все. Ну давай. Это да, и ВКшечку второй рейс соберу. Хилу по рейдику дайте. Не, Гугуша, мы в приоритете шли выбивать шмотки именно мне с блоком, чтобы мы убили этого нуба вонючего. А остальное там смотрите сами. Хотите, идем. Хотите, не это самое. Можно и выкапать вот, два рейда сейчас. Дом свой статик соберет, я сейчас своим рейдом пройду. Беру оставшихся хобби статик. Сейчас павших крестничек. Потом да пронесем вторник в СР. Я эти дни буду занят, возможно, поэтому... Ну, я соберу. Вот эти сами. Я бы на Везекса сходил бы бумагом. Я Тинько топовая. Ради нее чисто. Да, блядь, нахуй эти сугробы, блядь, хватает. Обходите сугробы, пожалуйста. Они мобов апают. Просто тут половина людей, блядь, они не были на своей неугла. Они не знают этого ничего. Не обращайте внимания. Тэш, защищаем. Уходите с сугроба. От сугробов отходим, ребята. Вы настакали трэш, блядь, возле сугроба. Не, сейчас мы рейсинг засумоним. Хотя беги, мы все сумоним тебя. Бегите, кто упал. Засумоним нас. Обходите, бегите сюда к боссу сразу. Ну их нафиг. Бегите, бегите. Только сугробы обходите, пожалуйста. Сугробы похер, бля. Я сейчас ГП буду давать, ребят. Шкаф сразу тыкаем. И суманим людей. Колосом плюс речи оставим.
плач. Тут нет ничего. Нет пить. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Бодлик, откуда трения была? С килограмма. Помогайте с вами себя, чувствуете? В шкафчик смотрите. Гудлик, продам тебе триньку, это за 50 тысяч голды, нахуй. Либо и маунта. Либо и маунта. Я 50 тысяч голды. Ох, и Пал триню заролил. ГП ему дайте. Ты на твинке, меня это мало интересует. Я дам ее общий кинг, потому что он в мейн статике. Че, блядь, больной, да? Ну, ты посмотри, оптикс какая триня. А, ну ты мимо, это тут. Сейчас бы не на актуальном контенте ругаться. Зерунда. Че на пул? А, где пока 4 хила, не ты мимо АФК писал. Разбиваем сосульки сначала, потом босса. Поехали. Это вам не ВК, это вам Ульдуар. Я уже сам забыл, что делать надо. Не забывайте двигаться тут, я помню, двигаться, чтобы не остакивались, стакивались. Тучку по рейду, пожалуйста, разнести и к танку тоже, маздис был. Так, где огонек? Я что-то огонь не вижу, костер. Что будет? Это лучше в луче ставить. Не-не-не, лучше поставить в огонь его, чтобы остакивали. Ладно, бейте тогда, пофиг. Ты настакали уже, ему 25 стакали. Еру дайте. Оп, а, напулов у нас нету. Эти самые расколы попытыкайте, вот. Магия дайте свои эти. Ну, вы поняли. Копья. Убивайте быстрее. Весни типа в ш... А, в общем, ты мимо там уже где-то. Ух ты! Отказываемся от щита. Шея хорошая, кстати. Шея можете не дать кому надо, но мейнспек. Пипец, ни одного сколка. Просто ни одного, ноль сколков. Что Донт написал вам? Сейчас, он в Доте 2. Ну, угой еще пока убьем одного. На хэмке. Пошли эту, заберем Фрею в хэмке. Просто ты порошочек обижаешься, блядь, а лучше потом хэм когда нести с войдом. Так как бы он и сейчас осколки теряет. Ну, с обычек он не теряет ничего. Ну, так мы же не только... Не, ну давайте мы сейчас закроем Фрею в хэмке, а там посмотрим. Лучше сейчас хэмки делаем, правильно? Бля, щит боешный, да? Да, я говорю, щит, отказываемся от щита. Он тут 25 тысяч стоит, 30 тысяч аукционы. Это все с той же подборкой играет? Да. Я тебе могу ссылку, да, потом послушать. Ну там все тройки. Минить. Да, ну в этом боте, как я понял, да? Угу. Портусь в Долорану. Так. Сложим кого-нибудь. Замены. Хотя... Никита, ты тут дрищ или нет? Никит. Да. Давай, заходи. Куда? Куда? Домой. И ВК-10 иду. Так вы сейчас идете? Мне написали два человека, что да. Ну, сейчас мы заканчиваем, как раз поможешь хп полутаешь. Одного босса убьем, да, и твой статик освободится. На Фрею, да, заходи. На Фрею чисто. И я тоже буду собирать твои ВК-десяточку. А завтра после ВК Коржан поведу. Десяточку. А когда ты это поведешь? Мою игру?
в среду, наверное. Знаете, ульду да пронос по-любому делать тоже. Ну считай, да, половину убили. Да, можно вторник, либо посмотрим, как Войт поставит ульду. Если он во среду поставит, я во вторник, либо понедельник. Я могу либо во вторник, либо среду, любой день. 2 100% осколка будет. А понедельник еще какой-то рейд есть? Нет, понедельник субботник. Можно и понедельник. Смотри, когда тебе удобнее. Я просто тебя построюсь, помогу. Да, и понедельник. Ставь понедельник, конечно, свободный день. Хорошо. А этот с твинками рейд, сколько там раз было людей? Твинками человек 15 зашло. Тайм 3 кило ты тут? Да. Какой тебе день вот лучше в магии сходить был? Значит, выходной. Суббота, воскресенье. А в понедельник, вторник, среда, не? Ну, может, во вторник отгул возьму. Отведи Тенка или кто это? Цветок не пробить так, будешь полгода его бить. Блядь, забаньте его. Нормально, кресты по 1200 слетают. Их надо от большого отвести на common. Сейчас от большого отведу. Отведу большого. Отведу большого. Ну так нахуй ты туда мелкого спамишь, скажи, пожалуйста. Если бьешь, не бьешь большого. Большого бьет. Ну а на тебе мелкий висел, как объяснишь. Хотя ты на мне, ну, ты тебе набивал. Он так и висел. Собирайся быстрее. Короче, тогда на вторник я поставлю Magic Group. И к бичу. А во сколько? Можно быть. Ну, не ждаю, 8 часов. Понедельник выходной можно будет сделать, а среду уже у 2 получится. А таким хуешь палом? Да, я хуй палом буду. Ну, можно 2 хэпала пойти, разница. С одним мандролом собрать на гильдию, там кто не закрыл, там отдать шмотку какую-то, токен там, не знаю, тринку там. Бейте большого метку с череп ставь. Ясно, забанили. А на мелких отвожу сейчас. Отошли. Ну, не уесть, дайте я отведу подальше, чтобы вы наносили нормальный урон. Товарищи кастера, маги. Реван делается. Теперь можете большого принять. Там в текстурках застряли пару мобов. Мелких. Непонятно. Поставится шкафчик. И суманем. Еще. И ты, Никита, уже тут рядом. Не, надо сумануть. Угу. Ну, кстати, райское место для травников. Очень много травы. Оно таково в десятке. Ну что, с пятки вроде бы, не? Не-не, в десятке. Я там в объявлении написал в Дискорде. Когда? В понедельник? Да. Хорошо. Все, как раз дон через 5 минут будет. Все. Забаньте цветок большой. Давайте. Сразу с бана начинайте бой.
О, она ходит, что ли, теперь? Угу. Это стоящая одного. Да, она уже давно ходит. Так, первый бомжей сдает Абула, второй бомжей Гудлик. Шкаф. Шкафтык. Гречасу. Чего же самолет? Забафайте локов. И погнали. А че на пол? Гуща. Все, все готово. Ой, пнули уже без меня. Не бейте, босса, не бейте, не бейте. Сумна, она откидывается. Абула, бомжей. Здрасте. Мелики, аккуратненько, слушай, уходим. Ой, стучи. Ветку бур. Довели, довели, довели. Дал масс шве. Выливайся, мобов, спокойно. Берегитесь. Дерево сыграйте? Дерево, 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 дерево. Мелкий точечно доигрывайте. Босса можете не трогать. Все равно откидывается. Лучше аккуратненько, красным сучке выходим. Сузи. Сакра, кидай себе, если что. Могу сечь. Трапа нету. Значит, отходим от лучей, играем через черепок. Дерево залезть. Позбивайте косты этим, пожалуйста, на бам. Не забывайте. Все, удалили быстрее остальных. А что с микрофоном? Это не у меня. Я сам слышу. Чайник кипит у кого-то. Не знаю. Или фляга свести. Ну, это не мне. Фляга. Бля. Это Гудлик скрипит. Дерево сыграли? Чтобы вы дамажили, вам нужно встать в грибочек. Лучи аккуратно. Бля. Лучи надо встать. Ну, я... По-моему, кто-то кубами делает. О, это Тенку свистит. Фляга. Не у меня свистит, у меня выключенный микрофон. Дерево, блядь. Дерево свистит. Мёртвый, кого он похилит. Оно раз только хилит? Да. Ну, типа она отхиливает на фул и пропадает. Тем более сейчас вообще все. Дайте по мне фридом. А, бомжей, Гудлик. Зал ешь это кучку говна. Вы... В лучах не стоим аккуратно. Даю машину. Ух, прохил, 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 прохил. Дерево, дерево, дерево. Дерево залить. А, так, Вози, подними Гудлика. Пуша, подними Dead Beach. Так, 4 хила пойдем, если что. И кастер на будущее, ну, может быть, нам понадобится. Не стойте никогда возле мелких, они взрываются, когда умирают. Радиус 15 метров.
Гидбич поднять. Так, дайте флори баф по гудлику, каску кулак, кипавару, каску кулак, кару, дайте быстрее салю. Залили мобов. А вот, где его, то есть. Сейчас галим, ой, эти мобы новые выйдут. Большое дерево выйдет. Усулы свистит, усулы. А, ты усулы, да? Всё. Я его выстрелил. Всё, усулы спалили. А было в среду. Кстати, Войд, выбивай себе печатки следи. Если больше попало, тоже хороший очень. Угу. Две дырки плюс блок. Как он чуть не видел. Покико. Через ход оплета играть. Да, у нас ШВ. Блин, отведу сейчас, там что-то лучше. К грозовому больше сыграть. Да бейте, там уже пофиг, главное фасцитулю побить. Сейчас там пропишу его. Убивайте быстрее. Можно героев выдать боссу. Лучше аккуратно. Дерево забить. Лучше. Сейчас какашки зеленые полетят, смотрите аккуратно. Полетели уже, я не видел. Полетели, переходим в другую сторону. Разрываться будут. Бах, 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 пол рейда, бабах. Перебежали. Обратно перешли. Берегитесь. Вот так. Переходим в обратную сторону. Все нормально. Отойдите, все равно здесь все взорвутся. Отойдите. Мой взор снова ясен. Благодарю вас. Все. Чекаем, что там упало. Пофиг, как упало. Ну, а просто хороший, кстати, на котика. Все, ребята, начисляю ПП вам. Промоус будет понедельник. Понедельник, да? Вот, может, давай, может, на воскресенье. Чего-чего? Ой, не на воскресенье, а на среду давай поставим, потому что понедельник, возможно, не приду. Может, переставить, если что. На что, на среду? Ульду? На среду, да. Да, на среду ульду. Давай, еще поменяем. Все, ребята, всем спасибо. И по начисленному можете делать. Так, ну что, в ВК пойдем? Или на воскресенье оставим? Не знаю, как хуйня спать хочу. Ну, да, посмотрю, кто там. Это в плюс относительно Москвы идет, блин, прямо. Дает.